привет, чувак, или кто там сидит, чувиха, не знаю, короче, кто-то за экраном. Вот, сегодня решил снять небольшое видео про свою диету, а именно про одно дне из своей диеты. Вот, я уже так подсох немножко, на диете сижу, короче, уже не помню, я там что-то когда говорил. Время еще прошло, неделя с последнего видео. И сбросил я уже, короче, 8 килограмм. Максимальный вес у меня был 93 килограмма, сейчас у меня 84,5. Ну, грубо говоря, 8 килограмм. Там 84,5, это на скидку, там, потому что я с весами стал с телефоном, там еще что-то у меня было, ну и плюс еще там покушал. Ну, может быть, даже немного меньше вес. Вот, и потихоньку сохну. Что самое главное, вес убавляется, скажем так, поначалу он быстро убавляется, сейчас он замедлился. Вот, но качество становится лучше, уже так и пресс начинает там проявляться, что-то под слоем сала есть. Косые видно, ручки вон такие у меня, даже венки начинают потихоньку лезть. Вот, вот такие вот у меня ручонки. Так, левая там что-то там. Вот такие вот. Так, по чуть-чуть подсыхал. Вот, а теперь о своем рационе. Воды я сейчас пью. Кстати, обычную воду я почти не пью. Я пью минеральную воду, газированную. Вот, ну, нравится мне. Там уж как сами, как хотите. Вот, и в основном пью чай. Чай люблю гонять вообще. Так, а из рациона у меня в основном это яйца. Я, короче, утром встаю, я обычно не всегда сразу могу покушать утром, могу некоторое время походить голодным, то есть меня это как-то особо не напрягает, да и есть не сильно хочется. Вот, а потом через час, где-то после сна, я ем, короче, 5 цельных яиц. Я их не варю, я все жарю. Варю я сейчас все очень редко. Вот, это может быть супчик, там, если меня там пробило, допустим, ну, захотелось что-нибудь супчика какого-то поесть, да, с мясом, с овощами, там, такое. Вот, почему я супы не люблю, потому что я сейчас еду не солю, вот, а суп, он очень постный, и без соли он, ну, есть его невозможно, поэтому приходится солить. Вот, ну, и соль, конечно, немножко заливали. Но это, в принципе, не страшно. Главное, перед соревнованием, там, не жрать все это дело, а так можно. Вот, и яйца я тоже жарю целыми, с желтками, не бойтесь жира, ешьте, главное, это что, это урезать углеводы. Сейчас углеводы у меня на минимуме, вот, и в основном это я кушаю яйца, как я уже сказал, я их не солю. Вот, я могу еще положить на тарелочку кусочек небольшого там хлеба, это приблизительно где-то 20-30 грамм. Вот, и еще в моем рационе присутствуют помидоры и огурцы, ну, овощи. Я их, кстати, там, если где-то морковка, там еще что-то, я их не варю. Могу там немножко проварить, разве что, ну, так, если по настроению зависит. Потому что сырые грызть тоже постоянно как-то не особо, да и они там, допустим, раз через раз, может быть, еще что-то от клетчатки там сдуть и так далее. Вот, поэтому их там можете проварить немножко, и, ну, я редко варю. Вот, что еще? Фрукты ем, в основном это яблоки, бананы, что еще? Ну и все, в принципе. Ну так иногда там персики покупаю такое там. А черешню хаваю постоянно, короче, клубнику сейчас не покупаю, как-то особо и не хочется ее. Вот, и по калориям, калории я сейчас не считаю. У меня такой еще щадящий рацион, я ем, когда мне хочется. Это примерно, так сказать, это раз в 3-4 часа. Ну, в основном сижу в 3 часа. Такой у меня промежуток времени. Вот. И вот я в таких определенных, как бы, не жестких, но рамках там все же пытаюсь себя держать. Сахар я тоже не употребляю. Вместо сахара у меня сахарозаменитель. Вот. Единственное место, где я могу там съесть сахар, то есть, ну, выпить его с чаем или с кофе, это в кафе. То есть немножко можно, это не страшно, в принципе, сколько там, ну, съедите, ну, на 30 калорий, 30 или 40 калорий сахара, это копейки. По сравнению там с общей калорийностью, да,
То есть, если вы там раз в день там, в кафе зашли, там, ну так получилось, допустим, надо было зайти там, посидеть с кем-то. Вот. Ну или так просто время убить зашли, там тоже можно. Вот, это не страшно, так что не бойтесь. Вот. И вот такая вот у меня пока не жесткая диета. Вот. И тоже можете на ней сидеть. В принципе, я, если у меня будет время, я напишу, короче, диету на один день, чтобы вы понимали, что я делаю, как я питаюсь. Она очень простая, ничего сложного там нету. Как я уже сказал, я почти ничего не варю. Я все жарю, потому что жареное гораздо вкуснее, чем вареное. Вареное, ну... Вот. А особенно если сидеть там несколько месяцев на диете, там, то это вообще хана. А я так еще как бы рано сел на диету. Вот. Для чего? Для того, чтобы мне потом было легче сушиться. Чтобы я уже так, скажем, предподготовка такая, да, чтобы я вот так форму там сделал, определенный процент жира еще остался, и там 2 месяца на то, чтобы у меня там вообще так, ух, хорошо подготовиться. Вот, так что поплевать через левое плечо, там по дереву постучать, там. Вот, чтобы все нормально было. И, конечно же, ну, за тренировки рассказать не буду. Сегодня я рассказывал немножко про свою диету. Один день из подготовки, так сказать. Ну, вообще вся жизнь подготовка к чему-то постоянно. Ну, и так у меня подготовка к соревнованиям началась несколько раньше, чем обычно. Ну, у меня уже был когда-то такой период, когда я начал готовиться еще тоже с весны на осень. Вот. Но тогда я там, как бы тоже были определенные нюансы, там ошибки были. Ну, это, скажем, опыт бесценный, который я получил, и теперь все будет по-другому. Так, все, пока!